По своим температурным максимумам 2015 год побил все рекорды. Очень теплым был и декабрь. Но чего же ждать от этой новогодней ночи? И какими будут праздничные выходные? Синоптики поделились своими прогнозами. В этом году 10 месяцев из 12 в нашем крае было теплее обычного. В декабре средняя температура воздуха составила минус 6 градусов. Но синоптики обещают, зима обязательно вернется, причем уже в новогоднюю ночь. В Красноярске, как и на большей территории края, ожидают минус 16, минус 18 градусов. В первые дни января морозы усилятся, а вот снега, говорят синоптики, в такую погоду ждать не стоит. Первые дни нового года принесут нам постепенное усиление морозов. Западно-восточный перенос воздушных масс у нас сменится ультраполярным процессом, когда начнет поступать холодный арктический воздух на нашу территорию. Наличие при этом антициклона у Земли и слабого восточного ветра только усилит эти низкие температуры. В результате к 5 числу, ну и, в общем-то, со 2 числа, начиная до 5, температуры ночные у нас составят минус 25, минус 30 для Красноярска, и днем минус 20-25. Также и на территории всего региона. На севере, конечно, будет еще холодней. А вот жители столицы края, делая прогнозы на новогодние праздники, в своих мнениях разошлись. Маленько, конечно, и морозец, чтобы было повеселее. Дети играли, шевелились. Ну, сколько градусов? Ну, сколько градусов? Ну, минус 10, минус 12. А в новогоднюю ночь, ну, наверное, надо, чтобы, конечно, градусов 15-20, чтобы чувствовался, что вот это Новый год. Ноль желательно. Ну, а в каникулы? Тепло. Да, минус 15, чтобы ребенком погулять. Ну, градусов 5. Минус. Ну, конечно, минус. Знаете, кому-то хочется и плюс. Да ну что вы. Ну, как вы думаете, вот идеально, для чего? Что вы обычно делаете? Ну, для активного отдыха, для посещения новогодних праздников с ребенком, на дачу съездить, поработать, снег почистить, физически подышать воздухом свежим. После 5 января постепенно начнет теплеть, а вот дальнейшего прогноза у синоптиков пока нет. Скорее всего, морозы ослабнут, но в конце месяца могут и вернуться. Впрочем, в канун самого главного праздника в году большинство красноярцев говорят, будут брать пример у детей. Вот уж для кого точно нет плохой погоды. Дина Володина, Максим Галат, новости.